Всем хай! С вами я, Стив Про, и сегодня я покажу вам пиксельный текстурпак для Майнкрафта Pocket Edition. Разрешение данного текстурпака составляет 8 на 8 бит. Это ровно в 2 раза меньше стандартных текстур Майнкрафта, и по логике FPS должен увеличиться ровно в 2 раза. Но лично я не заметил такого увеличения, по-моему, картинка просто стала немного сглаженной, да и текстурки стали немного хуже. Хотя стиль довольно необычный, и, кстати, я скоро покажу, наверное, вам текстурпак. Ну, увидите все, друзья. Все будет еще впереди. Также именно на завтра я запланировал обзор кое-какого прикольного модика, который вам также понравится. Точнее, Адана. Ладно, друзья, собственно, данный текстурпак и правда очень пиксельный. Пиксели видны на каждом углу, в каждой текстуре, даже в этой воде видны эти пиксели. Ух ты, зачем я спустился в водичку? Собственно, давайте обратим внимание на жителей, которые мы обращаем всегда. Вот тут это костюм, ух ты. У кого отжал-то, а? Делись давай, делись, делиться надо. Эй, ну поделись-то. Ух ты, еще один. Еще один? Да у вас какая... Да что ж с тобой-то будет, вот. Ну, такой же костюм мне нравится. Давай, ну поделись. Вас здесь много, вас здесь четверо. Подумаешь, побегаешь голым, да ничего не будет тебе. Все равно жарко на улице. Давай, нет? Ну ладно. Собственно, друзья, пиксели зашкаливают, но, к сожалению, яйцо спавна мобов никак не изменили в данном текстурпаке. Прошло уже, наверное, 2 месяца с давнешнего обзора, и текстурки никак не исправляют, не добавляют, не знаю, с чем это связано. Может быть, разработчик просто забросил данный текстурпак. Но если вы были заинтересованы, просто перейдите в описание, и вы там найдете скачивание данного текстурпака. Ну, а кровки здесь просто пиксельные. Здесь все пиксельно, обратите внимание, вот на эти оружия. Они также пиксели, но все же стиль довольно необычный, и он мне нравится. Ладно, друзья, говорить о данном текстурпаке просто больше нечего, потому что вы все видите на своих экранах. Если хотите посмотреть немного больше, просто скачайте, установите и поиграйте. Также, возможно, он немного оптимизирует игру на вашем слабом Android устройстве. Ладно, я желаю вам удачи в установке данного текстурпака. Ну а вы, чтобы поддержать меня, просто поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Ну а мы с вами увидимся уже завтра утром, вечером, да и на сервере. Ладно, друзья, до скорых встреч!